Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Романчук. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему – це бізнес. Сьогодні в наших гостях відома в Дніпрі Катерина Дорошевська, підприємниця та авторка волонтерського проєкту на підтримку українського бізнесу в умовах війни. Про це ми, власне, поговоримо. Пані Катерина, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час до нас завітати. У вас, так би мовити, свій інформаційний фронт. Ви лишилися в Дніпрі та продовжуєте підтримувати, координувати як ментор так, свою підприємницьку діяльність. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт. Я бы сказала, что у нас такой экономический фронт или бизнес-фронт, потому что мы объединяем в Днепре многих предпринимателей, особенно это малый бизнес, особенно это бизнес, который руководится девушками, женщинами. Многие из них остались в Днепре, многие из них выехали на Западную Украину или вообще за рубеж, но это не меняет нашей миссии и функции проекта, который я до этого возглавляла в Днепре. Я не привыкла еще говорить о том, что у меня был бизнес, то есть я еще надеюсь его восстановить. Но, тем не менее, до войны мы развивали украинские бренды и продолжаем их развивать. Но теперь в новый способ. И этот способ заключается в поддержке, в образовательной, менторской поддержке для украинских брендов. То есть, когда мы начали общаться спустя неделю-две после того, как военные действия начались, мы увидели огромный пул проблем, с которыми сейчас сталкивается малый бизнес. То есть, многие хотят работать, но спрос радикально упал. То есть маркетинговые агентства, риэлторы, юристы, дизайнеры одежды, визажисты, парикмахеры, тысячи просто бизнесов остались без ничего, без возможности вообще работать и зарабатывать деньги. Поэтому мы включили сразу волонтерское движение в первые там, две недели, но потом начали думать, а что мы можем сделать для именно нашего комьюнити, для нашего сообщества. И так появилась идея помогать строить бизнес, как бы это ни звучало, но тем не менее в военных условиях, потому что нам все равно важно адаптироваться, нам все равно важно идти вперед, нам важно зарабатывать деньги, нам важно содержать наши команды, платить налоги, помогать армии, поэтому наш экономический фронт заключается в том, что работать нужно. Когда мы, опять же, проанализировали, по каким причинам бренды, бизнесы не могут работать, мы выявили несколько. Понятно, нарушены логистические цепочки, заблокировано железнодорожное сообщение с многими поставщиками, просто нет связи. Логистика в целом затруднена, то есть доставки, естественно, это все очень долго и опасно очень часто, поэтому это такая первая проблема, которую мы увидели. Вторая проблема, вот над которой мы начали работать, это то, что мы бы могли продавать за рубеж наши товары, наши услуги, оказывать что-то онлайн, но столкнулись с тем, что а мы не умеем это делать. Мы не умеем экспортировать товары, мы не умеем вести переговоры с нашими потенциальными клиентами, мы не говорим на английском, польском, румынском, немецком и так далее. Мы не знаем, что нам делать для того, чтобы продавать за рубежом. И тогда мы сконцентрировали наши волонтерские усилия конкретно на этой проблеме, на том, чтобы помочь предпринимателям, которые сейчас находятся, ну вот боевой такой дух, то есть хочется работать, хочется продвигать экономику, мы сфокусировались на том, чтобы помогать им выходить на международные рынки. Потому что в Украине, ну, как бы, если у тебя бизнес в сфере, которая сейчас очень важна, то есть первичная какая-то необходимость, да, можно еще работать, можно как-то содержать команду, но если это вторая, третья, пятая необходимость, как, например, handmade аксессуары. Кому сейчас нужны handmade аксессуары? Никому. Но они нужны в Америке, они нужны в Великобритании, они нужны во Франции, и мы должны помочь нашему малому бизнесу продавать эти товары и также услуги за рубежом. До речі, товари саме українського виробництва, як на вашу думку, зараз будуть, так би мовити, в попиті за кордоном, враховуючи те, що українське – це вже бренд, бути українцем – це вже бренд?
100% Украина — это уже бренд, и на самом деле и до войны у Украины был бренд, и мы его точно так же продвигали, когда мы ездили с Бутюа на выставки международные в Польшу, в Эстонию, мы там уже представляли украинские бренды. Сейчас нам это очень помогает, потому что мы активизировали всю нашу партнерскую сеть, которую мы выстраивали до этого несколько лет, и прямо сейчас занимаемся тем, что организовываем поставки украинских брендов, вот сейчас конкретно про одежду я говорю, организовываем поставки в Евросоюз, то есть мы находим там дистрибьюторов, находим там оптовых поставщиков, мы поставляем туда украинские бренды, а там, на той стороне, из того, что сейчас уже понятно, видно, нас очень готовы поддерживать, нам готовы выделять торговые площадя бесплатно для того, чтобы мы там продавали, нам готовы выделять какие-то корнеры, какие-то островки в торговых центрах, чтобы мы организовывали выставки, ярмарки, все что угодно для того, чтобы поддержать украинское. Поэтому внимание к украинскому беспрецедентное. Украинские бренды могут, если это возможно, воспользоваться этой ситуацией и попробовать все-таки вернуть какие-то деньги в нашу экономику, продавая там за рубежом. Это то, что касается товаров. С услугами немножко по-другому, потому что очень сильная проблема языкового барьера, и наши маркетологи, наши специалисты, там, креативщики, дизайнеры, архитекторы, дизайнеры интерьера, им сложно сейчас адаптироваться к новым условиям, но тем не менее это возможно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы соединять как раз там заказчиков с нашими исполнителями, искать партнеров, искать переводчиков, то есть как-то преодолевать эту всю ситуацию для того, чтобы зарабатывать и производителям услуг тоже. Повертаючись до проєкту, розкажіть, це формат онлайн, як я розумію, з експертами. Скільки триває так от одна лекція, яких експертів так запрошували, де їх шукали? Ну, проект наш називається UA Business Global, тобто це означає український бізнес на міжнародному ринку, глобальний. На сейчас мы определили, что это будет 20 онлайн-лекций по самым разным тематикам. Начали мы с таких обзоров рынков разных стран. У нас уже был обзор рынка Молдовы. Вчера мы говорили о рынке услуг в США. Сегодня мы говорим о легализации бизнеса в Польше. И также у нас запланирован и ряд других стран, где мы будем делать обзоры. То есть, что можно там продавать, какую нишу там найти. Потому что предприниматели, которые никогда не думали про выход на международные рынки, им просто сложно даже сориентироваться, а нужны ли мои услуги в условно Молдове или в Польше. Вот мы сейчас на данный этап помогаем с этим. Второй сектор наших онлайн-лекций, он будет сфокусирован на практических знаниях. Например, известно, что есть площадки, маркетплейсы, такие как там в Украине, например, не знаю, Розетка, а в Европе, в Америке существуют свои площадки, типа Etsy, типа Shopify. Это один из самых простых способов выйти с товарами на европейский, американский рынок, но наши производители не знают как. Поэтому наши лекции будут, это не практические, прям как зарегистрировать магазин там-то, там-то, как начинать принимать платежи, каким образом легализировать свою деятельность, кто может продавать, ну и так далее. То есть это технические знания, которые раньше за них нужно было платить, то есть нужно было идти на какие-то курсы, искать каких-то специалистов, экспертов. Мы за счет того, что у нас большой нетворкинг, большой круг общения, мы можем привлечь всех этих спикеров бесплатно, у нас проект волонтерский, у нас работает 5 человек над этим проектом, и мы все используем наши знакомства, знания, наши возможности в бизнес-сообществах в том числе для того, чтобы привлечь самых классных спикеров, и они это делают от души, они это делают бесплатно. Проект уже стартовал, сегодня будет четвертая лекция, лекций всего 20, они каждый день. Для того, чтобы на них попасть, достаточно найти нас в любом формате, YouTube, Telegram, Instagram, у нас везде уже есть странички, и там везде есть доступ на трансляции, все есть в записи, то есть можно получить. Мы уже получаем такие отзывы, что это такая бизнес-школа в турборежиме, где можно просто за 20 дней то, что надо было осваивать полгода, за 20 дней это пройти. И на самом деле у меня
был опыт обучения экспортному направлению в Институте маркетинга Эстонии. Я проходила годовой курс по выходу на международные рынки еще там в 2019 году, когда я не знала, что это будет актуально. Нас целый год этому учили, развивали, показывали и так далее. Мы это все сейчас ужимаем, мы это все так плотно даем, чтобы вот действительно за 2-3 недели у людей появилась возможность продавать и зарабатывать деньги на других рынках. Як багато наразі долучилося аудиторії? До речі, всі посилання, як долучитися до курсу, ми під посиланням на Ютубі, там, де буде там наша трансляція, викладемо та на сайті, обов'язково на відкритому клікайте. Сейчас у нас в комьюнити порядка 900 предпринимателей на нашем канале, где постоянно происходит коммуникация, люди точно так же знакомятся, думают о том, как объединяться, как коллаборировать, какие-то кластеры создавать для того, чтобы еще больше облегчать выход на международный рынок. И вот эти 900 предпринимателей, я думаю, что из них активных, ну, половина, те, которые действительно намерены не просто прослушать и узнать что-то новое, но действительно выходить на рынки, потому что у них уникальные продукты, у них интересные бизнесы, и из вот общения, которое у нас сейчас происходит с нашими международными партнерами, они говорят о том, что украинцы, они готовы работать, они готовы продвигать, они не такие, ну, условно, аморфные, да, немножко как некоторые европейцы, то есть мы готовы эти рынки просто взрывать, и мы это начинаем делать уже сейчас, вот да, надо отойти от этой ситуации, как бы это сложно ни было, адаптироваться невозможно, конечно, но попробовать делать то, що може кожен, це нам по силам. Хочеться від вас кілька слів стосовно української економіки. Наскільки це важливо для неї, для нас усіх? Однозначно, это очень важно. Малый бизнес – это то, на чем держатся некоторые семьи, да, некоторые прям области экономики держатся на малом бизнесе, на микробизнесе. И если просто забрать эту возможность товарооборота, услугооборота, то есть целый ряд людей остается без работы, остается на, ну, на просто грани выживания, где нужно искать какие-то деньги, какие-то социальные выплаты и так далее. То есть люди, которые привыкли всю жизнь зарабатывать себе на хлеб с маслом, да, и также еще кормить ряд своих сотрудников, они сейчас вынуждены искать что-то другое, как-то шевелиться и двигаться. Я уверена, что мы это точно преодолеем, мы точно сможем стать сильнее в этом всем, мы точно сможем вырасти. Ну, очень важно, конечно, какой ценой это нам будет даваться, потому что то, что я вижу по предпринимателям, сейчас готовы работать, готовы двигаться, готовы отстраивать все, но, конечно, ждем, смотрим на нашу армию и молимся, чтобы все было в порядке. Віримо та сподіваємося, що перемога буде незабаром. Давайте, якщо уявити, що ми перемогли, і малий бізнес Дніпра та України вже інший. Як ви його опишете? От з цими новими знаннями, в тому числі, які ви даєте, як він зміниться? Я думаю, что предприниматели, которым удастся выйти на международные рынки, они на этом не остановятся, то есть они будут дальше делать экспансию, дальше осваивать новые рынки, но я верю, что центр этого всего останется в Украине. Украина очень классная страна для предпринимательства. У нас налоги, которых нет просто в некоторых европейских странах, они беспрецедентны. У нас очень легко открыть новый бизнес. У нас можно действительно стартовать с нуля. Я вижу по тому же Будь.ua, как к нам там, за последние несколько лет люди, которые работали на разных работах, там, был бухгалтером, открыл маленькую пекарню, был продавцом в магазине, сделал свой маленький магазинчик. Вот этот дух предпринимательства, дух свободы, у нас его не забрать, и он будет только развиваться, он будет только расти, поэтому в будущем, я думаю, что бизнесов будет становиться больше, люди почувствуют вот, этот вот, вот эти возможности, этот вкус к реализации своего потенциала через собственное дело. Поэтому я думаю, что у нас будет бум предпринимательства после войны. Пані Катерино, особисте питання до вас трохи таке. У вас є знання, величезний досвід, є можливість. Було так поїхати за кордон, будувати там кар'єру. А чому лишилися та працюєте на своєму фронті економічному?
Я думаю, тут все просто, потому что Украина — это мой дом, это место, где мои мечты, мой потенциал реализуются лучшим образом, это место, где я вижу возможности для роста, это место, с которого я не хочу уезжать и не собираюсь уезжать, потому что хочу строить свой бизнес, хочу строить свой мир, хочу растить своих детей, строить свои дома и быть счастливой здесь, в Украине. Я сподіваюся, що однозначно так і буде. Точно, так і буде. Перемога за нами. Давайте ще наостанок мотиваційну промову і от кілька порад підприємців, які ще не долучилися та от бояться починати так прокидатися та відбудовувати потроху свій бізнес. Угу. На камеру, будь ласка. Мотивационная промова. Я хочу сказать прежде всего предпринимателям, которые сейчас в такой заморозке, которые думают о том, о боже мой, мой товар никому не нужен, мои услуги никому не нужны, все, что я делала много лет, оно разрушено. Я обращаюсь к этим людям. Мы сейчас уже видим, как отстраивать наши бизнесы. Мы уже сейчас видим сценарии, по которым мы можем адаптироваться, по которым мы можем трансформироваться, видоизменяться, выходить на новые рынки, работать с новыми продуктами, искать новые аудитории. Я призываю смотреть на ситуацию с экономической, да, понятно, точки зрения в том числе, и пробовать искать возможности в той ситуации, которая сейчас сложилась. Потому что деньги все равно есть у людей, люди в Украине остались, есть много, миллиарды людей во всем мире, где нужны наши товары, где нужны наши услуги, где ценят наш потенциал, и у нас есть возможности это использовать. Поэтому призываю начинать это делать, начать с себя, да, для того, чтобы вдохновиться немножко, для того, чтобы увидеть, что это возможно. Поэтому приглашаю, конечно, к нам в комьюнити, потому что там среди людей, которые уже это делают, стартовать или начать возобновиться гораздо проще, потому что мы видим примеры каждый день бизнесов, которые возрождаются на наших глазах, и ну, это вот настоящая весна, которая происходит сейчас и у малого бизнеса. Поэтому приглашаю к нам в комьюнити для того, чтобы искать новые возможности и использовать свой потенциал на 1000%. Я вам дуже дякую за цінну інформацію для малого бізнесу, для підприємців Дніпра та всієї України. Сподіваюся, що такий економічний бум після перемоги, як ви сказали, реально буде. І ми віримо в нас, віримо в перемогу, в наших людей. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Катерина Дорошевська, підприємниця та авторка волонтерського безкоштовного, увага, проєкту на підтримку українського бізнесу в умовах війни. Як трансформувати бізнес на війні, як долучитися до таких лекцій, дивіться сьогодні на нашому сайті Open News. Ми будемо додавати посилання, дати все послухати, почитати. Це дуже важлива та корисна інформація, яка просто от дається зараз безкоштовно, а так вона насправді дороговартісна і її вчать год. А тут за 20 днів можете її отримати. Ще раз вам дякую за участь. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий. Все буде Україна».